Люди, всем привет. В общем, пришел такой вот мелкий пакет, оценен в $1. На самом деле стоит 110 рублей на момент заказа. Сейчас стоит 107-108 рублей. Ну, в общем, в принципе, цена изменилась не намного. Так, значит, здесь должен быть USB кабель USB-A на USB, на micro USB, и с одного USB-A должно выходить 3 micro USB. Вот, все, тут больше ничего нету. И, значит, вот такая вот штучка. Так, вот так это все выглядит. Качество, конечно, не очень. Все в такой вот пленке. Видите? Один вход и три выхода. Значит, зачем такой разветвитель нужен? Он нужен вот для этих вот аккумуляторов на квадрокоптер. Так, неправильно вставляю. Допустим, полетали, аккумуляторы поменяли, и чтобы по одному не ждать, допустим, один зарядился, да, потом другой вставил, потом следующий, а тут сразу воткнул три, вот так он, да, и в одну зарядку все воткнул. Так, сейчас я найду удлинитель, и мы проверим, работает он или нет. Так, ну, проверять буду вот этим тоже USB удлинителем, очень хороший удлинитель. Ну, пока хороший, пока не сломался, да. В общем, метровый, ссылку также оставлю в описании, может, кому надо. Так. Включаем, значит, в обычную телефонную зарядку. И включаем вот сюда. Так, ну, два аккумулятора у нас заряжены у меня, они не будут заряжаться. А один горит, видите? Так, потребление тока есть. Ну все, как-то так, значит, вот. Вроде все работает. Все. Ну, не знаю, кому, конечно, такая штуковина нужна, но я посчитал, что она будет нужной. И это довольно удобно, да, сразу три воткнул. Потому что один где-то 7-8 минут. Это, ну, когда тепло летает, да, квадрокоптер работает. И потом быстренько вытащил, вставил другой и полетел дальше. И то есть вот они быстренько сели, и чтобы не ждать, да, там по очереди заряжать, если там один штук, допустим. Вот. Потому что не у всех есть, допустим, как у меня там, зарядка с тремя выходами, да, вот, чтобы воткнуть сразу три. И три провода тоже может быть не у всех. А тут вот такое вот универсальное средство можно приобрести и не мучиться. Все, значит, покупал с кэшбэком, на кэшбэке ссылки тоже будут в описании, регистрируйтесь, экономьте, покупайте, да, ну, собственно, все, давайте, всем пока.